когда звезда последняя погаснет, земля и все дела на ней сгорят, и ляскнет бездна ненасытная пастью, отец и сын опять проговорят, и Божий дух, как яркая комета, над тьмой взовьется, как когда-то встарь, и новая появится планета, и на престол зайдет Спаситель, Царь, и скажет он, сидящий на престоле: отныне я все новое творю, я Альфа и Омега, верный в слове, свершилось, ныне снова говорю. Исчезнет дьявол навсегда, навеки не будет зла, что мы терпели с ним, и с новым именем святые человеки, воспев, войдут в святой Иерусалим. Там воды жизни светлой рекою через новый город понесут нам мир, и Агнец Божий сам своей рукою невесту поведет на брачный пир. А древо жизни, что когда-то было источником бессмертия в раю, 12 раз в году плоды обильно даст, чтоб исцелять спасенный люд. Ни смерти и ни зла уже не будет. Сам Агнец слезы нам сочей отрет, и каждый горе там свое забудет. В блаженстве вечном с Богом заживет. Как можно при таких обетованиях не пасть к ногам того, кто мог их дать, и с ангелами вместе с ликованием не восклицать, а может быть, кричать? Достоин Агнец, закланный, воскресший, принять все то, что под небом есть. Благословение, славу, силу, крепость, благодарение и хвалу, и честь.